У состоятельных поклонников появился шанс приобрести костюмы BTS. Артисты передали свою одежду из клипа «Life Goes On» на ежегодный аукцион «Grammy Week». Все вырученные от продажи средства пойдут в фонд Грэмми и на помощь в музыкальном образовании из малообеспеченных семей. Интернет-аукцион уже начался и завершится 23 марта. Стартовая цена лотов – $10. В прошлом году вещи, связанные с BTS, уже были на торгах. Персональные микрофоны всех участников бойбенда ушли с молотка за $83 000.